Матч первого круга, как я уже и говорил, закончился со счетом 2-2. До матча «Нафтан» по-настоящему смог удивить и Макима Стрыкинка, и его команду. В частности, удар по ворот. Посмотрим, может быть, сегодня что-то получится, ведь надо еще соорудить снова ворот «Минский финал». Хотя там несколько разбравителей надо по ночи. Удар по воротам. Опасно сейчас было у ворот Алексея Харитонова. Как можно больше матчей провести в составе одного палача, и радовать родных болельщиков своим прекрасным. Удар по воротам на вопрос. Павел Сичков был на ударной партии. Подача штрафного ничем не закончилась. Будет попытка номер 2 от Павла Сичкова. И вновь мяч, да нет, не покидает плетивы поля. Сичко его подхватывает еще раз. Мяч попадает всем, что-то Алексей Харитонов. Всем жерди. Райан Лопес. Его Мида Кингулярия. Лопес не обыгрывает. Мида отдает на жерди. Жерди. Ходит штрафную. Пострел. Мощно сильно пробивает по позиции. Просто красавец. Оказался на месте и отбивает этот мяч. Вот атака Минского.